прямо здесь на этом берегу плавает, она их видит. И там лошади должны идти, что-то не идут долго. Каюр, нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя, пусть плавают, нельзя, каюр. Чеза. Все равно. Чеза! Чеза! Каюр, ко мне иди сюда! Вон, утки, утки, утки поплыли в середину. Все. Каюр! Каюр, ко мне иди сюда! Каюр, ко мне! Каюр! Злата! Каюр! Ну-ка! Будут гонять. Они быстро по воде. Каюр, ко мне! Ну-ка, ко мне иди сюда! Ко мне, сказал, иди сюда! Каюр, ко мне! Каюр! Чеза! Ну-ка, ко мне! Я кому сказал? Одну отделили. Она нырнула. Злата, иди ко мне! Злата! Злата! Скучаете вы по охоте? Нырнула и нет. Она сейчас вас обманет. Ко мне, каюр, иди сюда. Ко мне, сказал. Я сейчас кому-то дам сейчас люля-кебаб. Без мата никуда. Пусть они пасутся. Вон они на этом, на травке. Отделили одну. Злата уже сидит, их ждет. Гоняют они уток. Вон они все, все на месте. А сейчас она вынырнет где-то в траве. И спокойно. Давай, давай, возвращаемся. Ихтиандры. То вы мне сейчас будете здесь баламонить. Не надо их трогать. До охоты еще полмесяца. Куда ты развернулся? Своим грузинским шнобелем. Ко мне, злочеза. Давай, давай, давай сюда, на выход. Еще и лошади, и это. Поводка второго нет, веревку. Сейчас уже вышла. Давай, давай, давай. Она смотрит туда. Ну, утятник, что. Птица для него это. Ну, и вверх я его поставил тоже. Молодцы, молодцы, все. Без мата вас не отогнать. Я немножко на паузу поставил, чтобы ту мать не слышали. Ну, потому что она по-другому. Реакция слов и крик, она хоть как-то может повернуть. Зачем мне эти? Они вон поплыли, вон занимаются. Ну, кто же знал, что они здесь пасутся. Хотел одну чезу, но каюр подсоединяется сразу. Со своим габарджоба носом. Сразу учуют. Все, будешь там, сядьте еще посидеть там. То в воду окунул яички и назад. А теперь все, из воды теперь не вытащишь. Ну, конечно, там по делу. Просто так купайтесь сами. Чеза все в тени, что-то она там этих тараканов ловит. Она сейчас, да, лихо она нырнула, наколола собак. Но они, видите, всей стаи, не стадо уток, да, отделили одну, но она их, видно, и это, им понравилось, что она по воде так быстро бегает, а те спокойно, не пуганные, хорошие, что, мы здесь охотились, там Сатанька тогда охотился здесь, мы стреляли с ней утку, она, правда, утка до нее не алё, все, все, весь. А этот что-то траву чистит в речку. Охотнички. Может, домой? Да, то есть на берег сюда, домой я имею в виду. А, каюр будет стоять. Ничего там, не отморозишься? При плюс 28.
А сейчас бы, если вот подтравил бы, и все, они... По идее, ты команду должен, по идее, давай, 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 давай. А я назад, куда стоять? Собаки не понимают, когда нет охоты, что с хозяином случилось. И... Нет, почему он... Но они очень трудно поворачиваемые лайки, когда они вот работают, это... Они глухие, такая уж порода, глухие, слепые для тебя. То есть не слышу, не вижу. Вынырнул, да, койор? Вроде, нет, волны какие-то пошли, он за ней смотрит. Может, вынырнул, это она или рыба? Я проглядел, волна какая-то идет под низом. Да не, если бы она выплыла, она просто поплыла. Зачем ей нырять, под водой выплывать? Утка так не делает. Ну, они спокойно пошли на тот берег. Все? Гонки по вертикали закончились? И это вся в тени. Вся. Что она там? Ну, хоть это... Она хоть промокнет вся, и дышать ей легче. Она, конечно, перелиняла сейчас вся. Ну, вода на Москварике, конечно, чуть потеплее, чем зимой. Но она зато охлаждает хорошо. Никак на водохранилище еще где-то. Крякают. Стоят ихтиандры. Не тянет их сюда, ко мне. Койор, можешь ко мне? Иди ко мне. Иди, мой мальчик. Пойдем? Иди ко мне. Нет? Будешь наблюдать? А собаку, чтобы лайку промочить, конечно, несколько часов надо, чтобы она прям вымокла вся. Ну, то есть, хоть выжимай. Прям кожу, кости, там, мясо, я не знаю. Несколько часов. Вот она вот так вот копошится, вот если будет, то вот она промокнет, будет хорошо. А так вот искупать один раз, выйти, это ни о чем. То есть, у нее настолько набрано сало, вот это вот жира, вот это все потевых, вот этих вот, непробиваемые. А койор вообще плотный по шкуре. Вот. Вот, все-таки решил. Все-таки решил, да? Решил. Злат, встречай. Охотишься на них? Встречай вторую. Она к себе в офис. Погоняй, погоняй. Это к себе. Я стесняюсь спросить, а что у вас висит? Честно. Так и висит. Ну, иди сниму. Чес. Чес, поди ко мне. Поди ко мне сюда. На секундочку. Ну подожди ты, господи, скакс. Дай, пойди ко мне, сядь. Все, слетел, иди, 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 иди к себе. Все. Отбаюкало его. За то, что он такой хулиган. Ты-то быстро повернулась. Когда вот на середине уже. Ну, повернула она, бросила. Чё там, койор? Пусть здорово. Ты тоже. Не надо мне гайки. Я потом не откручу колеса. Ну, вот такой небольшой очерк с утками. И мы тут с лайками. Сейчас, и буду теперь смотреть. Уплыли они уже туда, на ту сторону. Паслись они тут, а под берегом. Это все ее ловит. Да, и ругается на нее. Че ты? Ну. О, там какие-то вон, что там как малек, что ли, там играет, я не пойму, или хищник гоняет. Ну, рыба-то есть. А где Барджоба? Я думал, койор, ты там все уже
обсыкал мне все колесо. Смотри, все в брызгах. Других кустов нету здесь? Все, он, посмотри. Пометил, заметил. Да что такие дела. Ладно, буду их купать. Белка осталась только, она тоже накупанная. Так что мы вот заехали. Говорят, будет жара, дальше опять. Это все с тиной. Ой, кошмар, что-то ест там тину, траву какую-то. До витаминов все рано. Куда? Куда полетела? Ко мне иди сюда. Каюр. Злата. Ну-ка. Что вы? Ну все, они скучают. Они чувствуют уже на подходе. Вот у нас всегда этот месяц, и август, это вот прям преддверие начала охот. Они это чувствуют, что вот уже скоро, давай, давай, давай. Мочилово, беговало, гавкование, стрелямбование и все остальное. Каюрбанзование, да? Каюрбидзе. Ты весь механизмы в мехах? Ну вот, небольшая была затравочка с хозяином матом-перематом. И вдоль и поперек, и вашу маму, я имею в виду утину, и собачью тоже лаечную. Ну, с ходом пополам повернул я их. И идите, садитесь, и что я только там не орал. Ну что, окунуться, что ли? Ну все, давайте, по возможности что-нибудь покажу.